Да, Прокопенко Наталья Николаевна, собственник участка в поселке Соколиная гора, приобрела участок, потому что посмотрела в интернете компанию, она мне очень понравилась. Менеджер мне сразу все показал и объяснил, все участки. Я выбрала участок, который расположен недалеко от озера, наверху была церковь. Еще мне очень понравилось, что все поселки огорожены и охраняемы.